Всем привет, дорогие друзья! Нахожусь на барахолке. И вот человек принес такую штучку показать нам всем. Значит, это какой-то буклет такой необычный, посвященный Крыму. Что это такое? Вот так это выглядит. Такая необычная штукенция. Достопримечательности разные. Значит, вот характеристики. $1, серебро 925. Почему-то /1000 стоит. Дальше 2018 год. Тираж 2014 штук. Так, и это у нас монета. Сейчас попробую ее как-то достать. Она как-то вот так достается. Не так просто это сделать. Ага, вот вылазит. О. Вот, смотрите, какая штука. Делал это не Уи. Вы видите как? Я вот жду ваши комментарии на этот счет. 2018 год. Так. И вторая интересная монета. Тоже вот в таком интересном буклете. Значит, здесь вот так. Так, раскрывается. Год выпуска 2019. Тираж 2019 штук. $1, серебро, все то же самое. 2014. Грамм масса. Пруф. Сертификат подлинности монеты. Вот такая раскладушка. И это дело. Сейчас посмотрим, что это такое. Судя по стилистике. Блин, достать сложно. Наверное, я не достану. Но это, по идее, тоже не Уи. Я думаю, что это не Уи тоже. Короче, здесь вот рисунок такой. Не получается достать. Так, что здесь нарисован? Какой-то поезд, самолетик, мост. Вот такая вот штука. Так, и еще одна крымская тема. Тоже вот в таком шубере. Польша. И вот так выглядит. Но это уже 2013 год. Значит, тираж 6000 штук. 2013 год, 925 проба. 14,4 грамма, кстати. Такой же вес. Выглядит это дело вот так. С одной стороны. О. И вот так. Вот такая вот крымская штучка. Жду ваши комментарии на этот счет. Что вы скажете? Если на вашей области или города подобные штуки. Вот это, конечно, меня удивило. Особенно годом выпуска. Как же так? Весь мир с нами. И тут такой движ, а? От Ниуи. Просто, наверное, в Ниуи не в курсе, что происходит, да? Как вы считаете? В общем, вот такая вот история хотел вам показать. И есть еще кое-что тоже, сейчас покажу. Ну, вот зацените вот такие еще жетоны. Значит, написано на разных языках. Получается. Да, да, снимаю эту штуку. Вот такой жетон. Всем привет, приветствую на своем канале. Да, да, еще один человек приветствует вас на своем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дима Лаврик. Самый настоящий канал. Смотрите, что написано. Не
что там написано? Это что, какие-то сепарские темы уже, да? Да, сепарские, блин. В утиль сразу. Независимый... А, вот что написано, блин, прочитал. Лайков, я подожди, подожди. Смотри, независимый Крым. Ты видишь, что написано? Угу. Независимый Крым. Да то... Сколько оно стоит вот это? Ты знаешь, чье это для начала? Давай с этого. Ну, судя по брошюрке, явно не русская. Я просто офигел. Сейчас тебе покажу, чтобы ты видео не смотрел, не тратил на это время. Смотри. Ты понял, блин? Посмотри, что творится. Как это вообще возможно? Весь мир с нами. Ну что это такое? Не, ну так может это не в поддержку, как бы. Это же не, там же не написано Russian Federation. Ну ты что кричал сепарски, видишь, сразу у тебя такая реакция. Потому что думал, что так, это. А мост, видишь, смотри. Ну это уже пидорство. Давай за 1000 лайков раздавим ее под прессом. Это же не мое, мне ждали показать людям. А сколько оно стоит? Я это понятия не имею. Сейчас буду выяснять. За 1000 возьмем пресс, 100 тонник, понял? И начнем под трамваем можно. Да не, ну это банально. А, тогда вручной такой, да, крутить? Нет, вот так вот. Найдем, я знаю, в стройке есть 100-тонный пресс, только он не динамичный, он статичный, то есть он потихонечку. Найдем. Ну, короче, вот такая вот хрень. А вот еще Польша, смотри, они такое же делают. Почем? Ну, сколько ты даже? А там сколько? Там тоже Украина. Давай сейчас что-то глянем. Украина что, есть интересно или так просто? Ну, посмотри, я знаю, что нравится. Кому, как говорится, на вкус и цвет. Я понял. Так, это муха, это есть, это есть. 300 гривен пойдет. Добавь еще сотку. Ну, сотка это многовато. Я за него дал 500, блин. Как 500? Ну, вот этому чуду дал вам. Просто мою, на операцию ложиться, так я хочу хоть на обследование дать каких-то денег. Ну, 350 это, ну, уже край будет. Это чтоб еще, может, полтинник, когда ты заработал, ну, да, на нем. Я хоть что-то там. Все, за 350 это, гривен. А Крым это что, что-то появилось свежее, это да? Не УИ, иностранные монеты. А, это не наши, да? Да, я в шоке. Это по-любому Russian Federation. А, это что, можно посмотреть? Тут-то, да, это Польша. А, это коробка, да, к нему? Да. Так, сними, пожалуйста. Сейчас снимаю на видео, вот еще улов монет, смотрите. Вот так вот, неожиданно, снимая видео, делаются покупки. Просто вообще не глядя. Да, понеслась движуха, блин. А сейчас я тебе... Это твое место или нет? Нет. Вот эти ты тоже оставляешь, да? Нет, это держи, это забирай. Вот так вот сделали покупки, блин. Во, независимость Украины. Пойдет. У меня как раз альбом есть 30 лет независимости. Вот туда эти монетки пойдут. А вот эти давай, слышишь, шумы. За сколько лайков мы их раздавим? Дорогие 200, друзья, сколько лайков? Рублей. А, не, я 200 говорю, рублей, говорят. Не, я их говорю, за 1000 лайков раздавлю под прессом. А, зачем? Ну как зачем? Ну вот так, ну, наша... Патриотические шумы. Да, да, патриот. Это как они давят помидоры, эти, импортозамещение, а мы будем давить их монеты. Ну не, это ну, не монеты, это такое. Это да. А, так это еще и самодельный, да, это еще не этот. А, все, я понял. Нет, это же тот, это. Я что-то подумал, это 10 рублей, понял? Ну так. Да это, я тоже отловился сначала. Кустарнич. Еще видишь, кустарно сделано. Ну вообще очень кустарно, посмотри. Но тут меня, обычно, да? Меня удивило вот здесь другое, что тут написано «Независимый Крым». Что они хотели этим сказать? Они, видишь, это жетон? Это я брал в 15 году, тогда еще все на ажиотаже было, я напечатал. Это они, может, еще хотели прошел, независимые. От кого независимо? От кого здесь, видишь, здесь круглые, а там видишь, как узор татарский сделан внутри. А, то есть это может местные там тоже да, уже. Да. Тут же видишь круглые. Значит, вот тут еще вопрос, кто делал, да? А, это, да. Это походу не вставка, это походу просто покрашено. Это краска, это не биметалл. А, они могли взять может обычную быть, десятку, может. Сточить, может, или подобное что-то не, придумали. Не-не-не, ты смотри, это... Сувенирная ДПС, да. Металл, тампак, это тампак, это даже не сталь. В общем, вот такой движ на барахле неожиданно. Дима Лаврик, Magic Money. Стоим, смотрим на что-то, показываем вам необычные вещи. Ну, это очень что-то легкое какое-то такое прям. Ну, жду ваши комментарии насчет НИУИ. Может, как бойкот устроить НИУ и не покупать инвестиционные монеты у них больше? Или что?
Как бы так. За 1000 дизлайков у Сереги на канале мы ее раздавим. Ну, это если я найду человека, который мне принес это показать. Это тоже такое, ну, это квест такой будет нормальный. 1000 дизлайков. Я думаю, это проще, чем лайкать. Так, не надо мне 1000 дизлайков. У меня там дизунов хватает. Там что-то где-то 12 дизунов у меня там стабильно есть. Там молодцы, первые, пацаны, да? Исполняют по полной программе. С первых секунд дизлайк, там все нормально. Сейчас покажу, пока снимать не надо, просто посмотришь. Так, все, сейчас будет какой-то... Эксклюзив, короче, эксклюзив, для меня. Все, всем пока. Барахолка, Одесса, Староконный рынок. Ура. Да, движ. Очень слабый сегодня движ. Там в центре ты что, движняк сумасшедший? Это тут у вас. А, ну тут на галерке отстой, да.